Только те, кто по-настоящему любит настольный теннис, знают, как велика магия этой игры. Только ракетка и мяч, и соперник по ту сторону стола. По динамике и напору этот спорт не сравнить ни с одним видом единоборств. Сегодня в настольный теннис играют 260 миллионов человек во всем мире. В этом году Калининград принимает настоящих профессионалов настольного тенниса. В международном турнире «Янтарная ракетка-2014» участвуют 75 спортсменов из 10 стран мира. И это самый мощный и звездный состав за всю историю турнира. Сегодня есть финалисты первенства Европы, сегодня есть в составе делегации полуфиналисты Олимпийских игр. Это очень здорово. То есть, в принципе, здесь первые номера сборных своих стран. Это приятно, это волнительно. Я думаю, что Калининград тоже в своей команде не подкачает, составит достойную конкуренцию. Янтарная ракетка – главный турнир, который проводит федерация. Для нас это большое событие. Уже третий год возрожденный турнир собирает спортсменов не только из Калининграда и из России, но и наших гостей. Все представительнее становится наш круг. Дмитрий Мазунов – бронзовый призер чемпионата мира, неоднократно завоевывавший медали на чемпионатах Европы. На Олимпиаде в Афинах, выступая за сборную России, он занял 4-е место. И на сегодня это лучший результат всего советского и российского настольного тенниса. Сейчас Дмитрий Мазунов занимается тренерской работой в Германии. Я очень рад, что приехал, наконец-то удалось приехать на этот турнир, потому что организаторы приглашали меня еще и раньше, но ввиду различных обстоятельств не получалось приехать. Ну, очень сильно рад, что удалось в этот раз приехать. Украинский спортсмен Евгений Прищепа – бронзовый призер чемпионата Европы в паре. Как и Дмитрий Мазунов, Евгений – один из главных претендентов на победу на калининградском турнире. На янтарную ракетку спортсмен приехал сразу после командного чемпионата Европы, где, кстати, сборная его страны одержала победу. Евгений Прищепа из Киева. Он выступал у нас в команде, защищал честь спортивного клуба «Пеликан» высшей лиги российской. И приехал из Украины, из Киева. Он играет за сборную Украины. Он 28 лет, ему в очень хорошей форме. Один из претендентов на победу в турнире в Open. Спортсмены из Англии, Израиля, Латвии, Литвы и Германии. Чтобы собрать всех звезд малой ракетки под одной крышей, организаторам соревнований Калининградской федерации настольного тенниса пришлось работать не один месяц. Многие спортсмены приехали по личному приглашению калининградского теннисиста и ныне вице-президента федерации Георгия Рубинштейна. Он и сам будет играть. Недавно Рубинштейн взял золото в паре на ветеранских играх в Польше и золото в команде на чемпионате Европы среди ветеранов. И многие из его соперников в этот раз приехали в Калининград. Чемпионат «Янтарная ракетка», по словам Георгия Михайловича, это территория дружбы, и никакая политика проведению турнира помешать не может в принципе. Мы находимся в спорте как вне политики. Мы все дружим, несмотря на то, что какие-либо отношения между странами будут. Вы сами видите, что есть из Украины люди, из Германии, Англии, Канады. Приехал даже человек из Канады. Поэтому все хорошо у нас. Я помню. Я тут участвовал в этой янтарной ракетке тоже, когда дети мы были. Мы с Герой постоянно боролись сильно. Это было, не знаю, лет 30, наверное, 35 назад. Нам было там по 10 лет. Это сейчас как бы встреча старых друзей, поиграть в настольный теннис и пообщаться. Чемпион Англии 2012 года Лареста Струмпаускас в детстве соревновался с Георгием Рубинштейном. Сегодня, помимо английской высшей лиги, он играет также и в первой лиге Бельгии. В этом году в калининградском турнире после долгого перерыва принимают участие теннисисты из Польши, при этом сразу очень серьезным составом. Адриан Вейцех – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, Михаил Корыцкий – чемпион молодежного первенства Польши, а также бронзовый призер последнего ветеранского чемпионата этой страны Ришик Гжелек. Федерация хороший зал. Я помню, как еще раньше был маленький зал в школе. Теперь есть хороший зал, очень хорошо можно играть. В этот раз у зрителей янтарной ракетки есть редкая возможность увидеть прекрасную и зрелищную игру. А максимальный по накалу матча чемпионы пообещали сразу. Соревнования проходят в нескольких разрядах. Абсолютная категория Open, юношеские категории, а также 40 лет и старше. И ветераны в этот раз особенно сильны.
турнире ветеранов, так называемых, уровень высокий. Ребята, я знаю, ну, с давних времен, ребята все тренируются и поддерживают форму. Ну, посмотрим по ходу турнира, в какой форме они находятся. Я, в принципе, тоже готов неплохо, я надеюсь, так что будет жарко. Соперников много серьезных. Соперник, может быть, я сам себе, это будет очень много от меня самого зависеть, как я буду настроен. Но я надеюсь, что я настроен серьезно. В этом году уровень намного сильнее, чем в прошлом году, ну, потому что ветеранов побольше таких сильных приехало. Ну и будет тяжело, как бы пасть в восьмерку, и дальше будет, надо побороться сильно, потому что легко не будет. Не так, как раньше было чуть полегче, как бы, но сейчас уже в этом году будет тяжело, скажем так. Надо будет приложить много усилий, чтобы пробиться наверх. Ветеран и многократный чемпион Литвы Викторас Станкевичус традиционно участвует в турнире, но ставку делает на сына, которого тренирует. Медардас – молодой перспективный теннисист, уже побеждал своих сверстников на чемпионатах Литвы. В Калининграде он играет в категории юноши. Я привез сына, чтобы он поиграл. Я приехал не только посмотреть, как сын играет, но и сам хотел поиграть. Отец есть тренер, он нас учил, и как вырос, тоже хотел научить своих сыновей, из сына своего, что играл. Есть еще дочка, которая тоже играла, но в этом году еще не весна, потому что еще маленькая. Категория Open – самая зрелищная и максимально накаленная эмоциями. В субботу игры затягиваются до позднего вечера, доигрывают на следующий день. На трибунах нет свободных мест, а на площадке борьба действительно жаркая, как обещал Дмитрий Мазунов. Несмотря на усталость, а он отыграл уже несколько игр, чемпион кокетничает перед публикой, легко перескакивает через барьеры, ограничивающие площадку, и вытаскивает мячи оттуда, откуда, казалось бы, достать их невозможно. Это были шоу, такие элементы, это уже, конечно, не было немножко серьезной игрой, назвать можно, нельзя было. Но я был приятно удивлен количеством зрителей и болельщиков, которые сегодня нашли время прийти в зал. Само ощущение такое смешанное, потому что человек, который ты видел по телевизору много лет назад, там, и который выигрывал там все, что мог выиграть в России. Вот. Простой игрок, надо играть, поэтому не боги горшки обжигают. Вот. Задачу выполнил, 6 очков взял, так что все хорошо. Все-таки Дима играет же до сих пор в профессиональной лиге, то есть он профессионал, он этим зарабатывает на жизнь, поэтому я, в общем-то, зарабатываю другим на жизнь, поэтому для меня это большое удовольствие и большая радость поиграть с большим мастером. Финал категории 40 лет и старше. По разные стороны теннисного стола Дмитрий Мазунов и москвич Леонид Иванов. В итоге многократный чемпион все же оказывается сильнее. Счет 3-0, и он становится обладателем заветной янтарной ракетки. Прошло все отлично, очень устал, я доволен результатом, у меня была цель, я был очень много наслышан о янтарной ракетке, о этом призе, то есть я его получил, первую цель я свою выполнил, естественно, очень доволен, что выиграл в ветеранском турнире, в опене немножко не хватило силенок, но ввиду возраста надо немножко с этим где-то мириться. Леонид Иванов играет в настольный теннис 24 года. Он ветеран из начинающих, в эту категорию перешел лишь недавно. И, по его словам, несмотря на второе место, свой ветеранский дебют считает вполне успешным.
Интересная игра была, зрителям понравилось, самое главное. Играли зрелищно, но Дима оказался сильнее. Но я все равно остался довольным под впечатлением, потому что борьбу сумел навязать. Но главное, зрители были довольны. В финале категории Open, как и предполагали многие, украинский спортсмен Евгений Прищепа. Его соперник – теннисист из Германии Мухаммед Кушков, брат именитого чемпиона Мулида Кушкова. И несмотря на то, что соперники идут почти вровень, в итоге победа Евгения со счетом 3-2. Турнир довольно нестандартный, потому что тут столько опытных игроков. Я привык играть с более молодыми, резкими, быстрыми. Казалось бы, когда физические возможности превосходят, не тут-то было. Опыт, ум, тоже с ними стоит считаться. Чем хорош настольный теннис? Тут нельзя просто взять силой и выиграть, перебегать. Это как шахматы, нужно хорошо думать. Менять темп вращения – очень сложная игра. Так что очень полезно поиграть с опытными игроками. Получил настоящее удовольствие. Янтарная ракетка за первое место в калининградском чемпионате отправляется на Украину. Соперник Дмитрия Мухаммед Кушков, несмотря на серебро, собой вполне доволен. И признается, с молодостью конкурировать сложно. Но он был фаворитом. И я, честно говоря, доволен собой, что я ему такое сопротивление оказал. И, в принципе, я абсолютно доволен. Очень сильный. Очень сильно видно, что парень готов, хорошо тренировался, подготовился серьезно к этому турниру. Ну и, как сказать, поздравляю. Молодец. Но калининградский чемпионат «Янтарная ракетка» – это не только напряженная спортивная борьба, но и уникальная возможность для молодых спортсменов. Не просто увидеть игру мастеров, но и сразиться с ними. В ходе чемпионата Дмитрий Мазунов и Евгений Прищепа провели мастер-классы для воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва. Это школа, и это возможность увидеть нашим детям, воспитанникам спортивной школы, как играют действительно чемпионы России, чемпионы Европы, чемпионы мира. Поэтому вот этот праздник, он объединяет всю федерацию и дает такой мощный толчок на весь год для того, чтобы ребята учились, развивались, и чтобы у каждого из нас было просто хорошее настроение, чтобы мы гордились своей областью. Уникальной возможностью поучиться у чемпионов и, может быть, даже отыграть у них пару мячей, если, конечно, получится, нельзя не воспользоваться. 15-летней Луизе Гущиной удалось поиграть с Евгением Прищепой. Очень было интересно поиграть, потому что все попадал, объяснял, очень добрый. Так подсказывал, ошибки говорил. То есть было очень интересно с ним поиграть. Сложно сказать за 10 минут, надо посмотреть в игре. Сложно сказать. По элементам неплохо. В общем, мячик держался на столе, все видели, зрители. Так что все хорошо. При хороших таких турнирах будет на чем расти, на ком смотреть. Все шансы есть. Мастер-класс действующих чемпионов даром не прошел. Луиза принесла золото в копилку хозяев первенства в категории девушки. Сын и воспитанник Виктории Состанкевичуса Мидардес, который брал урок у Дмитрия Мазунова, стал первым среди юношей. Я уже третий год играю в Калининграде. Мне все здесь очень нравится. Прекрасная организация. Соперники в этом году стали играть намного лучше, так что выиграть было очень непросто. Сегодня у каждой звезды настольного тенниса есть свой рецепт успеха. Да, опыт, тренировки, чуть-чуть везения, как говорится. Ну и не сдаваться, бороться до конца. Настольный теннис очень такой, скажем, комплексный вид спорта. В нем, во-первых, нужна скорость, должен быть быстрым. Во-вторых, хорошая координация. Физически должны быть очень сильно подготовлены, но, естественно, техника и тактика, в общем, много различных компонентов. И, естественно, мы еще не растеряли наших лучших качеств. Может быть, мы не такие быстрые и шустрые, как дети, но у нас есть и техника, и понимание игры. Я думаю, в этих компонентах они могут у нас еще многому поучиться. И, наконец, долгожданная церемония награждения.
совершенно фантастическую игру. Вот, причем игру показывали разные игроки, вот, в разных категориях. Поэтому вам огромное спасибо. Вот, и мы обязательно ждем в следующем году вас всех здесь. Победители получили денежные призы и подарки от торгового дома «Семья». Но главной наградой для участников стали, конечно, янтарные ракетки. Такие долгожданные, но для кого-то так и оставшиеся недосягаемыми. И в будущем году будет шанс приехать в Калининград снова. Организаторы обещают, чемпионат «Янтарная ракетка-2015» обязательно состоится.